Артем бросок заблокировал. А тут, казалось бы, вернейший момент для Денфорда. Но Юханссон этот вернейший момент снивелировал своей великолепной игрой. Седлок выигрывает вбрасывание на Бейлина. Заряд Бейлина, и шайба залетает в ворота. Что скажет Томаш Гика? Какое слово? Момент! И шайба в воротах. Вот это обидно. Очень обидно, но Василий Кошечкин не справляется с этим броском. Момент у Яшкина. Гол! 35-я шайба Дмитрия Яшкина. Новый рекорд для чешских игроков. А мячи провели атаку во втором периоде. Следом еще атака. Гол! Клим Костин! Новый прием. Костин против Дидса. Ого! И Дидс вылетает на лавку авангарда. Буше. Два против одного. И Костин на дальней открывается. Костин! Гол!